Всем большой привет, подписчики, интересующиеся проблемами здоровья своего. Хотел сегодня рассказать вам о тригомозе, так называемой. Это заменитель сахара, который сейчас доступен и можно его уже широко применять. Это не так давно открытый классический дисахарид, который является природным веществом, и получается из пропионово-кислых бактерий за счет ферментации их. И потом выделяется. Это альфа-глюкоза, двойная молекула, которая образует вот этот самый дисахарид. И вреда от него пока не нашли никакого абсолютно. Но он немножечко проигрывает глюкозе в сладости. Его коэффициент примерно 1,7 раза. Но за счет своих свойств уникальных, я бы рекомендовал вам его сейчас начать применять, особенно для лиц старшего и пожилого возраста. В чем его уникальность? В том, что его можно полностью заменить глюкозу, и при этом получить очень хороший эффект оздоровления всего организма. Этот дисахарид легко проникает через гематоэнцефалический барьер и попадает в мозг, где производит свою чистку, то есть от всех вредных веществ, которые накапливаются. Даже сейчас используется для профилактики болезни Альцгеймера и Паркинсона, есть такие исследования. Широко используется в пищевой промышленности для того, чтобы сохранить аромат и запах, вкус вещей без потерь. При сушке фруктов сохраняет полностью аромат, допустим, вот сушеная вишня у меня. Также используется в консервирующей промышленности вместо сахара. Я хочу использовать его для вакуумной сушки, сублимационной, то есть, чтобы полностью сохранить все свойства плодов и овощей, белков, после высушивания. Очень широко сейчас начал применяться в косметологии, потому что сохраняет молодость клетки и кожи. В старшем возрасте он сохраняет кальций в костях, то есть разрежение костей не происходит. И при сублимационной сушке, как я уже сказал, полностью сохраняет вкус всех продуктов, которые мы высушиваем при консервации. Спасибо всем за внимание.